Всем привет, я решил посмотреть реплей одного своего боя, проанализировать свои ошибки и понять, правильно я все делал или нет. В общем, это Жанбар, девятка. Обычный случайный бой. Мы здесь находимся на правом фланге. И у нас в соратниках вот Советский Союз, Китаказия, Ташкент, Карно. Ну, пока все стандартно, идем на точку А. Жанбар, конечно, очень хорошо зарабатывает. Правда, что у меня процент побед немножко упал. Где-то 53,9 сейчас стало за последний год, то есть за последний, ну вот за весь 22 год, ну, 21 год. Но у меня, правда, всего 260 что-то боев за этот год, не очень много, меньше, чем по бою в день. А за прошлый год у меня было около 1000 боев, или там 1200 боев. Процент побед был что-то 57. Ну, я, правда, стал играть на более кораблях более высокого уровня, конечно, это тоже влияет, но там не сильно. Вот. Но другие показатели все выросли. Домашка, там опыт очень сильно выросли, все. Ну, опыт не очень сильно вырос, но так тоже заметно по сравнению с прошлым годом. А вот процент побед что-то. Ну, мне кажется, это просто дисперсия большая, потому что 260 боев это очень мало. И там вполне может быть колебания 2-3%. Ничего, достаточно там 3 боя сыграть, победить, у тебя уже другой процент. Совсем там 4 выиграть. Вот, поэтому трудно какие-то выводы пока делать. Но все-таки надо посмотреть вот бои, проанализировать, может быть, действительно что-то я не так делаю. Надо играть всегда на победу, не на домашку, я считаю. Потому что процент побед это важнее метрика, чем домашка. Я даже не говорю это из каких-то философских соображений, что она важнее. Она важнее просто из того, что человек, который там далек от этой игры, ну понятно, он знает процентки, например, он спросит, ну что, как ты играешь там в корабле, какой у тебя уровень? Ты скажешь, ну я там набиваю там 120 тысяч домашки в среднем. И что? Это ничего не дает, это не дает никакой информации, ну что значит 120 тысяч домашки, это для него какая-то просто цифра вакуум, сферическая. Это много, мало, непонятно. Надо там дополнительно что-то пояснять будет. А если ты говоришь, ну у меня там 60% побед. Ну все понятно, значит ты хорошо играешь. По-любому понятно по танкам, что это примерно похоже все. Ну в танках там пониже процент побед, потому что у них там ничьи бывают. Но суть-то примерно такая же. Тут тоже, кстати, ничьи бывают, только очень редко. Вот. Ну, я не знаю, почему, но в танках меньше процентов. Может, не из-за того, что там ничего бывает. Так, этот я, наверное, починю пожар сейчас. Ну, видите, такая ситуация довольно угрожающая, потому что, в принципе, у нас равная сила на фланге, и особо-то упороться-то не получится. Гронингена сейчас вот наказали, он сейчас весь бой будет, по-моему, тихориться где-то. Нет, этот пожар я решил не чинить почему-то. А, я боюсь, что пойдут торпеды из... слева. Да, но поэтому, видите, мы точку взяли, все нормально, что тут особо наступает дальше. Смысла нет, поэтому мы все начали тихонечко так, ну, позиционный бой играть. Даже скорее отступать. Ташкент взял точку, все, свалил, все правильно сделал, вообще не стал пороться, ничего. Карно тоже, ну, на супер корабле. Нет, Карно это не супер корабль, конечно, это девятка. Вот. В общем, на Карно тоже парень грамотно играет, не лезет. Советский Союз, вот видите, наступает. Да, видимо, хочет наступать. Но нет, он тоже вот поворачивает. И все. Все, наше наступление фактически прекратилось. Мы играем сейчас позиционный бой. Да, вот поэтому из-за того, что просто, ну,
восприятие публики, восприятие вообще людей, которые далеки даже от этой игры, оно больше сконцентрировано на процент побед, и это все как бы все вокруг. Ну там фиолетовый процент побед, все понятно уже. Домашка — это уже второстепенно, это уже. Это очень важно, но это такие. Не надо ставить под угрозу выигрыш, если ты просто хочешь набить домашку. Ну, как правило, иногда можно, но, как правило. Можно, если там уж совсем турбина намечается и надо как-то упарываться, но ты даже не ставишь в этом случае. Ты просто выиграешь. В принципе, и так понятно, что вы выигрываете. Да, ну вот, значит, удалось хорошо так в Кронштадт попасть. Ну, то есть такой спокойный позиционный бой, без каких-то врывов там. Да, и видите, что происходит. На нашем сильном фланге, на левом, здесь мы вроде как пока тоже с переменным успехом идем. Ну, вроде 2 уже, минус 2, да, ну, нормально. Вот. Но здесь мы, похоже, точку отдаем, да? И понятно, что здесь мы не продаем уже, потому что мы начали отступать. И не собираемся даже продавать. Вот. И сейчас пока ситуация такая, что это нормально, что мы не продавливаем. Просто не даем взять точку по возможности. И тянем время, пока наш левый фланг не усилит успех. Ну, у нас сейчас небольшое преимущество, пока он не развеет это преимущество. Видите, тут Эльзас упоролся, скорее всего, сейчас убьют. Вот. Эльзас, да, у него уже вон, почти не осталось хп. 1/4, 1/5. Вот. То есть мы так спокойненько, позиционный бой. Я пока не видел здесь смысла особо, что делать какие-то резкие. Советский Союз тоже, уж Советский Союз не упарывается, я-то что буду. Вот почему даётся фугас? Фугасами стреляю? А, я боюсь этого эсминца, что он вылезет, надо его встретить нормально. Вот. Как-то мимо, да? Там вот острова Джорджия кидают больненько так, Советский Союз. А, я вот начал достреливать до того фланга, и я решил, что надо, наверное, Сиэтлу, помочь там Сиэтлу разобраться. Потому что если мы выиграем левый фланг, то мы автоматически, конечно, выиграем игру. Вот. А правый фланг, ну, даже если я там убью какой-то один корабль, особо ничего не дает пока. Что-то нам нужно развивать. Ну вот, мы отдали А. Но это нормально, потому что у нас преимущество по очкам большое. И как бы не так важна эта точка. Нам главное сейчас не слиться. Мы сейчас играем на сохранение. Типа того преимущества на правом фланге. Вот. Но при этом я подумал, что если нас дальше продают, то будет плохо, потому что они зайдут в тыл нашим левому флангу. И поджиматься дальше уже просто нельзя, потому что, ну, уже такая ситуация складывается, как бы окружение, да. Поэтому я решил, что сейчас в данный момент уже пора что-то предпринять. А на левом фланге наступление развивается не так хорошо, как хотелось бы, хотя они там тоже. Ну, в общем, вот в этом и заключается. Правильно вот я сейчас упоролся или нет? Правильно я начал наступать или нет? Вот показать этот видос кому-то знающему чуваку в кораблях. Вот. Ну, может быть, тут надо было за остров скрываться, но я подумал, что борт-то подставлять, наверное, хватит. Вот. Тут в борт стрелять, мне кажется, было бессмысленно. Да, ну и плюс там еще начали видеть что. Он как-то умудрился не словить ни одной торпеды. Ну, я решил ему не стрелять, потому что его и так доберут, а Кронштадт ломить так нормально. Вот, в циточку нормально так. Вот, ну, то есть видите, сразу ситуация поменялась, они оба уже дохлые. Шутные. То есть этого и так доберут там без моих.
Ну, вот, и по сути получилось, что, ну, я упоролся и забрал фактически оба. Ну, сейчас там без меня заберут, но, в общем, забрал оба. До этого я тоже добил. Ну, и сам погиб, хотя у меня еще было три хилки. Да, я тебя уничтожил. Таким образом, мы устранили угрозу окружения на этом фланге, а Советский Союз как-то там погиб, я не заметил, я бы ты досмотрел. А, его, наверное, добрал этот Кронинген. Ну вот, и все, мы уже точно здесь выиграем. Но можно было так не упарываться, а можно было где-то вот тут поплавать. Просто, наверное, все-таки я зря упоролся. Надо было тут поплавать и как-то. Ну хотя, трудно сказать. В общем, пусть бы Советский Союз упоролся, да, пусть бы он сдох. Но я бы вот где-то здесь. И мы бы сейчас просто так вот развернулись, да. И не было бы уже все равно окружения, потому что тут понятно было, на самом деле, еще тогда, до того, как я решил, принял решение упороться, что здесь мы давим, потому что там погиб эсминец, и, в общем, ну да, наверное, зря. Может быть, зря, да. Ну, в общем, вот такой реплей. Я думаю, что можно сейчас, ну, разрешить, ну уж ладно, подождем конца боя. Да, ну что, сегодня Рождество, поздравляю всех с праздником. Православное Рождество. Ну, в общем, тут уже победа такая, я не знаю, на самом деле, стоит ли дальше записывать. Здесь просто всех убьют. Просто механическое такое добирание. У нас преимущество почти 2 раза. Можем просто всех протаранить и все. Ладно. Посмотрим уж. Да.
Ну, в общем, я решил просто записать до конца. Но я не знаю, что еще рассказать. Теперь весь анализ я уже провел. Жильстон поздравил. Ну вот, все, победа. Всем спасибо.